нихуя не дураки поливают. Ебать мой хуй. Гидроцикл, блядь, пролетел. Короче, решил поставить 19 или 18 жерли. Сейчас вот делаю такие вот палочки, хуялочки. Подготавливаю. Не знаю, успею поставить их или нет. Время уже 6 часов вечера. Ну вот, 28 августа поймал щучку. Вот такую вот. Вот возле этой речки. Там у меня жерличка стоит. А я взял ее на блесну. А блесна у нас вот такая вот пиздюлька. Маленькая, видите? Вот. Окуневская. Видите, вообще маленькая. Думал, окунь взялся. Такие вот дела, ребят. Да. Садок пойдет, если я еще с тобой справлюсь. О, щукенцы. Иди сюда. Полуторка где-то. Стоять, сука. Сильно не выебывайся. Ножик забыл, так бы я сейчас яло перерезал. Взялась. Четко, блядь. Короче, у меня сегодня килограмм на 5, на 6 сошла. На спиннинг тоже, блядь. На маленького твистера, блядь. Только кинул нахуй. Подтягивать начал, слышу удар. Ну, слабый. Потом такой чуть-чуть поднимаю, смотрю, сука, щука, блядь. И это. Слабину я дал, пока сачок взял, она ушла, короче. Сорвалась. И такая же сегодня жерлица, короче, сошла. Ребятки. Вот как-то так. Фишерман Хунтер рыбачит на щуку. Сейчас не проебать бы ее. Взвешиваю. Ради интереса, сколько весит. Сейчас кантер достану. Пустить бы засранку, блядь. Давай, роднюлька. Взвешивайся. Всем видно? Кило 770. Заебись. Да. Стоять, стоять, не дергайся, не дергайся. Теперь садок ебу. Самое главное, ребята, я даже не ожидал, что оно у меня возьмется. На такую окуневскую маленькую блесенку. А вот взялась, блядь. Так, все. Выключаю кантер. Выключаю телефон. Поймал еще одну чурогайку. К этой добавляю. Вау. Ушел вверх километра на 2. Дела, такие вот просторы тут. Фишерман Хунтер. Итак, ребятули, в общем, был еще один удар. Она выскочила, щука от меня ушла, блядь, сейчас и сейчас уйдет, блядь. Стоять, сука, вот она.
попалась примерно такая же. Кило 700. Там корабль какой-то плывет. Вообще здраво попалась. Так, сейчас вытаскиваю ее. Аккуратно. Так. Третью поймал, ребятишки. Стоять, красавица. Айда сюда, блядь. Иди сюда. Блядь, зачем зацепил, что занесло? Вот она. Какая чурагайка. Так, ладно, сейчас пока поставим ее. Только что она была ебанулась. И это... Промахнулась, короче, была. Я недолго думая, хуякс еще один заброс сделал. И она заскочила. Прям возле лодки, блядь. Так. Сейчас аккуратно распутываем. Вот так. Стоять, дура, блядь. Ты же меня поцарапаешь, уебище. За шарите возьму. Подожди. Красотуля. Да я ёб твою мать. Ты чё, блядь, чума ебаная? Дёргайтесь, сука. Как-то мне надо взять эту крокодилку. Шары ей проткнул, блядь. Так. Погода начинает портиться. Вот она. А, укололся. Ну, заглот, короче, у неё вообще... Идеальный, видите, какой заглот. Прям вообще охуенный. Я думаю, мне сейчас, походу, понадобятся щипцы мои. А может и нет. Так. Хотя, ребята, лучше достану я их. Щипчики. Не знаю, каким образом помогут они мне. А нет, вот, вообще идеально помогли. Так, ребятишки, тут у нас сачок зацепился конкретно. Сейчас взвешивать будем. Главное ее не провести. Я же могу это сделать. Она же может, шлюха, сейчас дернуться. Короче. Всем видно, кило 670. Последняя. Блядь, нихуя на мне палец режет. Ебом свой. Давай, давай, давай. Место. Короче, на 100 грамм меньше, чем первая. Боровунька. Рыбалка нравится, блядь. Речка Иртыш. 28 апреля. Ой, апреля, говорю. Нихуя себе. Август 17 года. Вот такие делишки, ребятишки. Пардончик. Как-то так. Канал позакрывал свой на ютубе, блядь. Видосы все позакрывал. Потому что один пидор появился, который стучит на меня. Как-то так, ребятня. Ладненько, посмотрю, что заснял. Всем пока, ждите дальнейших отчетов от Фишермана. Может быть, еще что-нибудь. Ох, хера не видно, спряталась. Там бредень кто-то таскает. Дождь прошел. Такой слабенький. В таре был охуенный. Вот такой вот закат. У меня, как обычно, 3 щучки поймано. Короче, херово.
Не знаю, либо там идти через протоку, либо вот здесь на солнце идти. Попробовать, может тут будет. Возле вот этой вот протоки, может быть, будет. Итак, здравствуйте. Там видно нормально? Да. Светло? Да. Короче, сегодня 28 августа 2017 года. Поехал я на рыбалку. Стояли у меня жерлицы. Проверять начал. Была щука чуть-чуть побольше, чем вот эта вот. Короче, у него уже губа порвана была, пока я сачок достал, она уже выебываться начала, свечку дала, ушла. 2 дня не проверял. Мне сказали еще на следующий день, как я поставил, попалась щука. Вот эту вот я поймал. А, потом у меня взялась 5-6 кг щука на блесну. Короче, она у меня откусила ее к хуям и ушла. Не успел опять сачок взять. Одному хуево надо вдвоем, чтобы кто-то сачок сразу же брал, и я пока подтягиваю. Потом, короче, я поймал вот эту вот на 700 кг. 700 кг видео там есть, я заснял вам. Посмотрите, увидите. Потом поймал вот эту вот чурогайку. Не взвешивал ее, но на 500 грамм. Потом поймал вот эту вот, она 640 кг. Так. Потом, короче, у меня еще сошла одна щука. Ага, я ее не увидел даже. Итог у меня сошло сегодня. 4-я еще где-то. А, и вот это вот сходило. Ну, это 4-й раз считается сходило. Итог 3 схода было и 3 поймал. Вот такие вот дела. Всем пока. Нартыши. Что-то мне даже нравится стало щуку ловить. Охуенно. Там, блядь, крупные, сука, ловятся. Маленьких нету, блядь, практически. Охуя, сколько жира видал. Это козырь. Подготавливаю к засолке. Сейчас просто кишки вытащу, голову отрежу, голова идет в уху, остальное все в засолку. Потом, может быть, закопчу, если получится. Коптилку найти. Жабры мы выдерем потом с головы. Это на уху. Вот. Разделка полным ходом. Кишканы. Хотел взвешить целиком, сколько 3 будет весить. Забыл нахер. Такие делишки. Так, это отмоется потом. Еще одна большая. А? Еще одна большая. Может подточить нам. С магазина, блядь. Тупой. Он и был тупой. Так я знаю, я говорю, он с магазина и тупой. Он какой-то это. Карандаши строгаешь, что ли, блядь? И то не подстригаешь. Ага. Для чего он в рыболовном магазине продавался? Хуй его знает. Такие дела. Что, тебе мыть ее надо, да? Сейчас я зачищу. И ты помоешь, да? Ну, внутри, потом я по спине еще разрежу. Угу. Ай. Тебе повезло, уху плавники остались. Кому, мне? Ну. Здорово.
Так, ну эти надо будет тоже вырезать, полнички. А ты не доел туху? Нет, не доел. Не доедал. Так. Чё скривился весь? Кто? Ты? Да чтоб моську не прилетела. Кровь. Рыбёшка. Вот они, вот они, вот они. Всё. Грибы. Это ещё же не все. Всё. Всё. К рыбалке августом, кстати. 22 же сегодня число. 22 августа 17 года. Че ты говоришь? Рыбалка. Вон она бегает под кустом. Морочка. Вон она. Ой, блядь. Ну, они там набрали вроде пол мешка рыбы, ебать, есть. И да, он понес. У нас, ой, чебак и окунь. Так, первый поклевка. Такой вот чебачок. Как ты его поймал, на чё? На краеда. На краеда. Охуенно. А там мужики, короче, втроем по щуке поймали. Смотри, а там с лодки тоже кто-то хуярит. С моторки. Или сеть выбрасывает, или со спиннинга. Видишь? Вот я поймал щучку. Короче, у меня был сход, такая же примерно ушла. Вот реально так же тянулась. Потом у Паши, короче, сорвалась. И еще раз у него сорвалась. И теперь у меня, короче, вот такая оснасточка. Оснастка у меня вот такая. Это бы никуда не делать. Да. Ну, заебись. Короче, где-то... Ну, килограмм точно. 200 кг. Так, а мы на якоре.